Следующий. Чай, верно? Это я. Профессия рок-звезда? Будущее рок-звезда. У вас все? Ну да. А, окей. Вот ваш пропуск в комплекс. Добро пожаловать, вандалы. Да. Приветствуем всех участников проекта «Армстронг». Совершенство технологий для вашего тела. Вместе мы сделаем жизнь лучше. Встречайте! Директор Wandelay Technologies! Кейл Wandelay! Сегодня великий день. Вы лучшие из лучших. А с нашими робоулучшениями станете еще лучше. Мы в Wandelay стремимся помогать людям. И мы мечтаем увидеть, на что вы будете способны, став частью проекта «Армстронг». Вперед! Навстречу лучшей жизни! Я с ним! У меня пропуск? Кажись, меня позвали. Ты обещала привести лучших, Мимоза. Райка запросила испытуемых, Кейл. Я свое дело сделала. А че сразу Райка? Лучше скажи позеру Дзанзо из Нео, что... Нам нужны влиятельные люди, а вы привели... лузеров. Они подойдут. Надеюсь, что без лажи и дефектов. Что за хлам? Контрольный пункт. А где это? Да пофиг, найду как-нибудь. Заберите ваши вещи. Да, надо переодеться в свое.
Эй! Так, парень, роборука, частота 75. Утилизационное устройство с магнитом. Чего? Утилизационное? Обнаружено инородное тело. У нас тут дефект. Увести. Это оружие? Вроде нет. Это сопротивление. Стоп, чё? Взять его! Если я все понял верно, во-первых, у меня в груди плеер торчит, а его там быть не должно. Во-вторых, от него работает моя роборука. В-третьих, плеер заставляет меня двигаться в ритм. И... все это полный абсурд! Но когда играет музыка, я будто... выступаю на сцене. Ну что, народ, готовы зажечь? Ого! Чай на сцене, и он бьет точно в ритм. Хотите заценить? Ты про, братан! Уу, да! Давайте-ка громче, народ! Чай! 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 Это он? Хотите автограф? Не знаю. Будет вам автограф! Я! Спасибо! Всем спасибо! Не видели, кто это сделал? Это дефект! Что? Не-не-не-не-не! Я просто... Ладно, погнали! Это дефект? Странный какой-то. Наверное... Эй! Меня ищете? Бей его! Эй-эй-эй! Это я! Спаситель кошек! Ты вроде помочь хотела. Блин, зря я, наверное, пришел. А, вот и ты. Я внизу. Дело к тебе есть. Я видела, как ты сражаешься. Мы можем помочь друг другу. Я думал... Тебя повсюду ищут. Могу с этим разобраться. Стопэ! Так, притормози коней. Со мной все это время говорила кошка? Нет, это восьмерка. Я ее создала, и она похожа на кошку, да. Так вот, я хочу... А я-то думал, что моя музыкальная рука отвал в башки. А тут... лучше я сам со всем разберусь. Чел, послушай, вандалы что-то замышляют. Я могу помочь. Спасибо, но я сам. Не отвечает.
Что ты натворил? Ты тоже это почувствовала? Этот ритм. Давай-ка кое-что попробуем. А все недурно складывается. Ну да. Расскажешь потом, откуда такой талант. Знал бы сам. Теперь ты помогай. Мне нужно выбраться отсюда. Ты в производственном центре. Выйти сможешь через отдел тестирования. Видишь его? Не уверен. Тут столько зданий. Он вообще-то прямо перед тобой. А, точняк. Вон он. Это единственный выход. И там наверняка тебя Ключевое будут... Ключевое слово – выход. Вперед! Видишь, говорил же, что все нормально. Расслабься. Встречайте, директор по производству! О, нет. Хэя! Вот ты где, пацан. Дерешься с сотрудниками. Мешаешь работать. И хуже всего, да, портишь всю статистику Рэки. Твои роботы пытались меня убить. Мелкий шрифт читать надо. В договоре с Армстронг сказано... Шпана. Дефекты подлежат изъятию. А, в смысле? Уничтожению? Река слов не выбирает. Этим рекламщики занимаются. В общем, молодец, что оказался дурачком и сам сюда пришел. Реке не придется марать руки. Я же говорила. Приветствую тебя в отделе контроля дефектов. Наш тестировщик лучший из лучших! Эй-я! А? Это не круто. Уровень контроля 1 миллион. Погнали, здоровяк. Всякой песне приходит конец. Да, умолкни уже и иди за мной. Надо валить отсюда.
И не вздумай ныть. Ладно, ладно. Сдрейфил, что ли? Я? Нет. Но тут так темно. Здесь же нет пауков, да? Или робопауков? О, что угодно, лишь бы не они. А? Это... Сюда. Ау! Робокошка! А? Силок? Ты что, охотница? Так вот откуда ноги растут. Меня зовут Мята. Этот голос? Ты кошка? Восьмерка — это мои глаза и уши. Я смотрю, вы с ней уже подружились. Нет, тихо, тихо! Она твоя, забирай! Пошли, раздолбай. У нас куча дел. Восьмерка, то есть ты сказала, что поможешь мне выбраться отсюда? Это так. Но сперва ты мне поможешь узнать о Спектре. Впервые о таком слышу. Неудивительно. Это корпоративная тайна. Прям... так? Да. Мы с командой хотим их разоблачить. Нас мало, но... Мало — это сколько? Ты кошка? Прости, это не мой уровень. Тоже мне рок-звезда. Ты хоть на гитаре играть умеешь? Я? Ясно. Трепло. Да. Слушай, комплекс состоит из запутанных коридоров, лифтов, тупиков и охрана повсюду. Без меня тебе не выбраться. Да, я как-то и сам справлялся. Ага, справлялся он, фигово. Слушай, если поможешь, я вытащу тебя с острова Вандалей. Ладно, твоя взяла, наверное. Супер. Краткая сводка. Как и сказала, Спектра — это сверхсекретная программа, о которой знает только руководство компании. А чего переживать-то? Там может быть что угодно. Скажем так, у меня есть свои источники инфы. А, ну ладно. Короче, мы снова поднимемся в центр производства. Объединим мой ум и твою силу и проникнем в кабинет директора. А директор там — Рэк. Если повезет, она как раз будет наводить порядок в отделе тестирования. Мы скопируем с ее компа файлы по проекту Спектра и свалим. Да. Я чутка отвлекся, но вроде все просто. Чудно. Пока будешь там, я полазаю в твоей системе через восьмерку. Может, еще что-то найду. Ты что, со мной не пойдешь? Я что, совсем ку-ку лезть туда? Этим займешься ты. Ага. Стоп. А я, получается. Я приманка, ёлки-палки. Ну, погнали! Ты с кем говоришь? А? Иди уже в кабинет Раки. Он там наверху. Высоковато. Придется идти через главное здание, но там я помогу. Главное, не пались. Погнали, восьмерка! Признайся, Мята, ты ведь мне завидуешь! Да, не особо. А еще тебя заметили. Этот робот заметил? Дальше ты не пройдешь, шпана! Ой, это очень плохо. Лучше сгруппируйся. Чё? Я так и планировал! Я тут! Выходите! Тихо как-то. Ничего подозрительного. Встречайте! Р-Е-К-К-А!
Собственно, персоной. Сейчас рестлинг, походу, будет. Хочешь достичь экспрессии? Своей профессии? Так прояви агрессию. Не в рифму. И ты, шпана, еще избежать решил? Сам напросился. А на что напросился? Хамить вздумал. Ну все, пора размять руки. Иногда полезно. Ох, ёлки-палки. Я думал, там сейчас будут накаточки с маникюром. Ну и что мне сейчас делать? Не знаю. Побей. Будешь должна мне премию. Тебе никто платить не собирался. Эй! А ну на меня смотри! Готовься проиграть! Давай! А у меня гитара есть. Бой! Получилось что-то? Я что-то ее разозлил. Неплохо! Для дефекта. Значит, пятая точка на меня сядет. Даже же написано, убегай. Не, не трогай провода, это плохо. Рэкобот идет в разнос. Она вообще дикая. Сумасшедшая, crazy, бэйзи. Так, пока живем. Тебе не угробить имидж компании. Она меня только моей вещей таких не должна. О, теперь труба. Ну, капец. Тебе крышка, шпана. Базука! Хорош! Получила пощечину? Нефиг было журналиста бить. Кажется, я побил босса. Думаешь, я проиграю какой-то шпане? Да, ты рубишь фишку. Красава! Ушла тетка в разнос. Славно. Ее личный ключ. Молодчинка. Ого! Вообще чума! А вот и наш яичник. Это просто заставка. Ну, лоханулись, подумаешь. Всю серию лошаримся. Что? Спектр напрямую влияет на мышление и восприятие. Вандалы может получить доступ к разуму людей. Мобилка чату звонит. Выруби уже этот звук. Он сильно отвлекает. И что ты сделал? Ты ж попросила. Ты же просила вырубить. У нас с ним одинаковые мысли. О, здорово, у нас, походу, тут прямая трансляция. Тут все инвесторы собрались и директора. Рэк, я жду новостей по устранению дефи... А это еще что такое? Меня зовут Чай. Вообще-то. Где Рэка? Что, сейчас тело ее притащит? О, вы не в курсах? Пора искать нового директора по производству. И как это понимать? Ага, какой интересный созвон. У кого-то звука нет? Созвонимся позже. Занзо, у тебя микрофон отключен.
бах! Я хотел сказать! Корсика, отправь кого-нибудь на производство. Да, сэр. Мне кажется, Корсика там одна адекватная. Валяйте! Отправляйте! Зацените это! Мы с Мятой надерем вам задницы вашим же оружием! С Мятой? А захотите добавки? Своей рукой сделаю гитару и разнесу все в... Идиот! Пошли! Как маленькую шпану у меня за ухо и подперло. Извиниться не хочешь, чай? Так я все сделал как надо. Какая ты бестолочь! Они теперь знают про меня! Знают, что ты не один! И... Меня раскрыли! Весь мой план кошки под хвост! А у тебя был план? Что? Ладно, сорян, понтовался, сболтнул лишнего. Но данные ты же получила, да? Ты про то, что вандалы могут управлять чужим разумом? Я особо не слушал. Так, короче, смотри. Эй! Стоп, что это? Это для синхронизации с интерфейсом Армстронг. Вот на себе и тести. Моя нога не от Армстронг. Вся рука грязная. Это, блин, не стирается. Надо лишь ввести команду. Так, знаешь что? Ты с самого начала была права, я просто тупой баран. А еще Мята в 1000 раз круче меня. Ой, ёлы-палы, чё за... Убедился? А ты меня заставила это сказать? А вандалы, может, придумали это для научных целей? Боже, какой же ты наивный! Управление разумом плохо, и им нужно помешать. Ну, удачи тебе! Чай! Ну, я не знаю, как покинуть остров. Плюс я все-таки напортачил и хочу все исправить. Круто! Добро пожаловать в команду. Ага, класс. Настоящая Dream Team, блин. Итак, краткая сводка. Судя по украденным файлам, Спектра — это многогранный алгоритм когнитивного ИИ. Ясненько. Окей, постараюсь простыми словами. Спектра — это искусственный интеллект, и его разработка ведется в научно-исследовательском отделе. А этот отдел расположен глубоко под землей. Электричество для экспериментов там вырабатывают с помощью магмы. Это плохо. Как раз наоборот. Под землей меньше охраны, проще пройти незамеченным. К тому же лава — это экологически чистый природный источник энергии. Ладно, понял. А это что за чувак? Это Дзанцо, директор НИО. Его можно найти в отделе разработки ИИ. Значит, встречи не избежать. Он смахивает на псих. Сотрудники НИО его не любят. Он перфекционист. Программисты кодят, а он требует переделать. И так без конца. Типичный начальник. А что вот это? Нейронные передатчики. Он настроил их так, чтобы все его идеи сразу попадали на стол программистам. В общем, проникаем внутрь, взламываем комп, копируем и стираем данные спектра, а потом валим. А вот и наш нахальный испытуемый. Мистер Чай, верно? Для тебя, мистер Чай! Я так и сказал. Ну и отлично! Я Дзанзо! Да-да-да, знаю. Дзанзо, глава НИО. Петь дифирамб тебе не буду. Для всех ты дефект. Но мне твои навороты нравятся. Хочу узнать, изучить их. Я думаю, тестов на сегодня хватит. Твои рефлексы я оценил. Теперь проверим выносливость. Так чего мы ждем? Ну, меньше слов. Больше дела. Чай, надо что-то другое придумать. Да... Ты что делаешь? Хочу решить все без драки. Ну, удачи. Слушай, бро, а ведь у нас с тобой так много общего.
Давай лучше... Ёшкин кот! Ой, прости, не хотел тебя напугать. В очках вы кажетесь грозным, сэр. Вы, юноша, часто терпите неудачи. Боюсь, вам пока рано считать себя толковым лидером. Это мой друг Кардамон, робот-психолог. Всегда говорит правду, какой бы она ни была. И мне это нравится, должен признать. Чай, ты цел? Макарон, полагаю? Мята! Наконец-то мы с тобой встретились. Сэр Макарон говорит, что я так обаятельнее. Я переломал все твои цацки. Знаешь, тебе бы разработки поучиться. Ну, пока ты там буянил, я как раз работал над одним проектом. Нечто новое? Абсолютная свобода творчества! Микс из качества и зрелищности. Мята, что там у нас с бюджетом? Почти на нуле. Моя прелесть! Теперь все узнают, что у меня... А? Нет денег. Чего медлишь? Добей его! О, да! Это все из-за тебя! Я! Давайте-ка поищем инфу о Спектре. Вот вы и попались. Угу. Мы все знаем о Спектре. Ничего у тебя не выйдет. Ты не промоешь мне мозги. Вот как. Вы окружены и бежать вам некуда. А ты не думал, что увижу тебя снова? Мне их задержать? А сама как думаешь? Зачем тогда я привел тебя? Можно мы, сорян, кое-что обсудим? Ты знаешь его? Давай не об этом. Ладно, понял. Короче, я знаю, как нам сбежать. И как? Доверьтесь мне. Они там, правда, обсуждают что-то. Погнали. Ну что, поймаете? Бежим! Что дальше? Полагаю, об этом мистер Чай не подумал. Возвращайтесь в убежище! Мы не бросим тебя! Вы должны сберечь ключи. Не спорьте, я их отвлеку. Вы вниз, а я наверх. Не убейся только! Ну, раз ты просишь... Схватить дефекта! Сейчас же! Фу.
Да я точно рок-звезда! Не пытайся сбежать! Крадешь мои разработки и называешь себя рок-звездой. Зачем тебе это? Хочу тебе помешать! Ох, как же ты наивен. Боюсь, у тебя ничего не выйдет. Схватило лишь одного, я ожидал большего. Вот-вот, Корсика. Чё так сложно? Он знает, где остальные. Скоро заговорит. Как закончишь, приведи его ко мне. Я лично брошу его в плавильню. Ну, мы победили. Как будем праздновать? Боюсь, праздновать пока рано. Ты еще не понял? Спасибо за самоотверженность, но тебе нужно очнуться. Очнуться. Чай, ты сейчас в плену у Корсики. То есть... Эй! Эй! Ау! Опять дрыхнешь? Это что, допрос? А теперь говори. Где скрываются твои сообщники? А ты отключи ваш новый ИИ. Тогда поговорим. Почему тебя так беспокоит Спектра? Ты хоть знаешь, что это? Обычное обновление. Мы его всем роботам ставим. Значит, ты просто не видел этот, код Спектра? Это яичник контроля разума. Этот, код? Точняк, я и забыл. Из всего руководства только у тебя нет доступа к Спектру. Задумайся. Ты меня утомил. Проспись и выброси из головы эту чушь про Спектра. Я даю тебе последний шанс рассказать правду. Выбейся из головы эту чушь про Спектра. Тоже мне. Вот бы сбежать отсюда. Блин. И восьмерка пропала. Восьмерка! Я знал, что ты меня не бросишь. Что ж, должна признать, твой план побега сработал, Чай. Да ну. Мята проявила любезность. Так, и что будем делать? Сперва надо вытащить тебя отсюда. Ну чё, пошумим? Начеку. На платформе полно охраны. Ай, да ладно тебе. Они даже не в курсе, кто я. Зацени.
еще кого, коллеги, как дела? Тоже ждете лифт? Ага. Второй охранный корпус нам. Это дефект! Взять его! Да нет. Это тот чел, который нам систему охраны починил. Идиот! Это дефект! Следующая остановка – второй корпус. Ни пуха. Видишь, ты зря волновалась. Едем с ветерком. А вот и гости. Еще враги. Да блин! Да я разберусь. Пацан до сих пор на лифте? Да чтоб вам всех! Хватит тупить! Остановите платформу! Надо сломать тормоза! Бой! Я помогу! Смажем макарон! Подвинься! Я им покажу! Зашибись! Едем дальше. Прибываем во второй охранный корпус. Я тут подумал, а как мы теперь тормозить-то будем? Ната! Выручай! А теперь тебе нужна моя помощь. Чай. Отойди, а? Не парься, доедешь. Но на всякий лучше держись за что-нибудь. Покеда. Чего? Ай-яй! Не парюсь!
Лифт опаздывает. Скоро приедет. Вы прибыли во второй корпус. Вот так поездочка. Краткая сводка. Идешь наверх. Наверх? Да. И все? Корсика сидит у себя, а ее кабинет на самом верху. Так что тебе туда. И в чем подвох? Скажем так, сложности будут потом. Второй охранный корпус. Только здесь, походу, заперто. Значит, нужен обходной путь. Есть идеи? Стройка. Проверю, что там. Тихонько пройду и попаду. Прямо в ловушку. Ну что ж, повторим заход. Ну все, дальше ты не пройдешь. Фигня! Надумаешь сдаться, сообщи. Класс, зашибись! Откуда столько лазеров? Она в панике. Это я в панике! Что мне делать? Дай нам еще минуту. Ох, ё, вот и она. За компом сидит. И смотрит файлы спектра. Это хорошо. Быть может, она нас послушает. Я как хамелеон. Мистер Чай, вы слушаете? Жду в засаде. Чай, запомни. Тебе надо тихонечко... Какого? Ты что не так поняла? Ты все не так поняла? Довольно! И как это понимать? Я хочу поговорить. За меня все сказали мои охранные роботы. Ну, с ними разговор был короткий. Мистер Чай, не надо так. Ну ты и баклан. Ох, плохо дело. Тебе от меня не уйти. Я серьезно отношусь к работе. Считаешь, что победишь одной правой? Эй, это ты полезла в драку! Стоп! Это типа шутка? Что? Нет! Не суть! Отрази-ка вот это! Чё за... Что, не ожидал? Короче, отражать не вариант. Ага! А еще у нее все-таки есть чувство юмора. Не пропускай удар! Не сдавайся. Я столько сил убила ради этой должности. Ради кого ты стараешься? Ради Кейла?
А тебе-то что? Ему же плевать на тебя. Иначе он давно бы тебе все рассказал. Ты лжешь. Я же вижу, что ты не такая, как остальные. Ты чувствуешь какой-то подвох. Чай, а ты все-таки умеешь убеждать? Говори спокойно. Кажется, у нас есть шанс. Или ты так и будешь дальше тупить? Ай, да ладно! Ну все, ты напросился! Скажу прямо, вы облажались, мистер Чай. А что я... что я такого сказал? Довольно разговоров! Сражайся, как мужик! И куда бежать? Ну! Кардамон, тащи план здания. Несу, несу! Чай, беги к лифту. Иди к ее личному лифту. Я установлю координаты убежища. Все будет тип-топ. Насчет спектра ты был прав. Но с этим я сама разберусь. Мы же на одной стороне. Помоги нам! Ах, Корсика, никудышный из тебя работник. Кирилл! Ты взломала систему безопасности и получила доступ к файлам спектра. Так нельзя. Почему ты скрыл от меня правду? Я жду, чтобы мне доверяли. А ты меня предала. Что? Я не позволю тебе создать армию безвольных солдат. Каких еще солдатиков? Мне это не нужно. Просто знай, Кейл, мы придем за тобой. Знаешь, это все сложилось, что я сам за вами пришел. А? Понимаете весь потенциал спектра. Зачем тебе это? Я хочу для всех светлого будущего. Могла бы и догадаться. Контролирую разум людей? Что за ересь? Я их освобожу. А вот и нифига! Я не стану оправдываться перед дефектом. Ты только и знаешь, что гитарой махать. Зато я в этом профи. С меня хватит. Больше ты не встанешь у меня на пути. Забудь про пароль. Вали оттуда. Что? Нет! Я почти у цели. А ты, Корсика, ты уволена. Корсика, берегись! Чай! Вот так, да. Надо было пальнуть из огнемета. Но в следующий раз. Мисс? Мисс Корсика? Вы меня слышите? Мы сделали, что смогли. Рана была ужасная. К счастью, мисс Мята и сэр Макарун хорошо разбираются в имплантах, а у меня твердая рука. Вы спасли меня? Ну,
для наших целей ты нам нужна живой. Прости. Я имел в виду, что нам нужна твоя помощь. Ну и босс у тебя. Бывший босс. Я думала, эта компания единственная, где ведут дела честно. А потом узнала о Спектре. Какая же я дура! А я ведь говорил. Чай! Общая цель делает нас сильнее. И лишние руки нам не помешают. Идем. Расскажу тебе все, что мы знаем. Ой, а чё так темно? И как я не замечала этого раньше? Кейл прирожденный манипулятор. Потому ему и нужен проект Спектра. Спектра — это практически воплощение его самого. Он меня использовал, а потом чуть не убил. Это ему с рук не сойдет. Так ты с нами? А как же? Я даже знаю, что нам делать. Краткая вводная. Вообще-то, у нас говорится краткая сводка. А это не одно и то же? Да, но у нас так принято. Не надо придираться к словам. Со мной у нас есть половина паролей. Следующая цель — Мимоза. Глава маркетинга. Она готовит фестиваль в честь проекта Армстронг. Небось, такая туса будет. Вот бы сходить. Вот и сходишь. Там Мимоза будет выступать. А как же охрана? Мы пройдем через черный ход. На сцену можно выйти через музей истории Вендалей. Мимоза потребовала, чтобы все шли на концерт, так что там будет пусто. Самолюбие Мимозу и погубит. Именно. У нас будет мало времени, так что действуем осторожно. Классно придумано. Хм, а меня ты ни разу не хвалила. В общем, я настроила новые импланты Корсики на частоту восьмерки. Это как? Не переживай, будет круто. Там настоящая туса. Ага, фейерверки и прочее. У маркетинга бюджет даже больше, чем у отдела разработки. Что же стало с компанией? Как же я тебя понимаю? Сэр Макарун, не портите людям праздничный настрой! Ладно, я пошел. Так, вроде тут никого. Кейл положил начало новой удивительной эпохи, запустив свое детище, проект Армстронг. Именно он разработал систему механических имплантов, которые внедряют технологии будущего напрямую в тело и разум человека. Вранье! Все было не так! Мята, ты чего? Я ее понимаю. Меня эта выставка тоже разочаровала. Это она все создала! А ты вор! Чё-то я вообще ничего не понимаю. Я хотела стать независимой. Я ушла из дома, и это было ошибкой. Это все из-за меня. Мята, ты о чем? Кейл сам ничего из этого не изобретал. Я знаю правду. Видите ногу? Ее сделала моя мама. Твоя мама тоже разрабатывает импланты? Нет, Чай! Моя мама Роксана Вандалей. Чего? Выходит, Кейл... мой брат. Это многое объясняет. Он и раньше других ни во что не ставил, но... я не знала, что дойдет до такого. Я знаю, что вы думаете, что я... Не парься. Ты что, думала, мы тебя бросим? Да мы столького достигли. И все благодаря тебе. Да, но... И я здесь с тобой, потому что ты нашла то, что нужно остановить. К тому же опасность грозит прежде всего Чаю. Ну да, типа того, но сейчас не об этом. Брат злодей не делает тебя плохой.
Это ничего не меняет. Правда? И мы доведем дело до конца. Вместе. Чай, ты так красиво сказал. Ну что, испортим им все веселье? А то. А, знаешь, я и сам хотел предложить тут все расфигачить, но так уж и быть. Поступаю. Супер. Мы на месте. Ну что, какой у нас план? Чай, тебе нужно пробраться за кулисы. Мимоза вот-вот выйдет на сцену. Придется поспешить. Этот путь приведет тебя к ее раздевалке. Прокрадусь незаметно. Да уж, это ты точно умеешь. Эй, я же стараюсь. Тебе нужно застать ее врасплох. Иди, у тебя мало времени. Увидимся на концерте. Мы справимся. Вместе. Итак, план Б. Где же ты? До начала полминуты. Свет еще не готов. Танцоры вышли. Все в костюмах. И куда подевалась левая акула? Акула? Вот ты где! На сцену его, живо! До сцены дойдешь сам. Шевелись, акула! Не успеешь, тебе хана! Какой замечательный вечер! От лица Vandala Technologies хочу поблагодарить всех участников проекта Armstrong. Ну же, поднимите ваши руки! Благодарю вас! Спасибо за поддержку нашего бренда! Вы не пожалеете, что пришли. Погнали! Попалась, мимоза! Еще не твой выход. Отдавай свой пароль, Спектра! Ты сорвал мне! Хотя... Сегодня вас ждет удивительное представление. К нам присоединится мой хороший друг. Я здесь звезда, и это мой концерт. Музыку! Ну а вы... Наслаждайтесь шоу! Зажжем! Как тебе это? Начали! За дело! Вперёд! Закатаем рукава! Начали! Увлекательно. Добавим интриги и выключим свет. Тебе это с рук не сойдет. Я в центре внимания. Все пришли посмотреть на меня. И они ждут кульминации шоу. Посмотрим, кто тут звезда. Позор!
Никто не посмеет затмить меня! Я этого так не оставлю! Зефил! Ну-ка! Ты наглец! Нет, невозможно. Кажется, тут кто-то зазвездился. Такому и привыкнуть можно. Ты молодец. Думаю, нам пора. Все готово. Перенаправляю ток. Включить свет. Найти их. Перекрыть все выходы. Где именно? Да везде! Корсика теперь за них, поверить не могу. Меня окружают идиоты. Ну, остались только мы с тобой. Заткнись, Рокфор. Гейл, я распределил роботов и бюджет так, чтобы в башню даже муха не залетела. Нифига себе, я уж думал, что ты лишь деньги считать умеешь. Лучше не зли меня, Кейл. Почему нет? Если недоделки проникнут сюда, ты ведь покажешь им клыки? Если надо будет, я разберусь. А теперь давай лучше займемся делом. Но сперва выпью кофе. Но столовая закрыта. Я велел перекрыть выходы, при чем тут столовая? Ты велел все перекрыть. Но не столовую же! Как можно в такой день обойтись без кофе? Открыть столовую. А Спектра? Придется ускорить процесс. Решу вопрос по-семейному. Так, народ, последние ключи у Кейла и у мужика из финансового отдела. Как его там? Рокфор. Рокфор. Оба сейчас в башне Вандалей, а вокруг нее выстроились охранные роботы со всего острова. Как ты узнала? Письмо пришло. Меня забыли исключить из рассылки для руководства. Даже с вашей заоблачной самооценкой всех тех роботов вам не одолеть, мистер Чай. Если Чай не сможет, такую оборону нам даже из пушки не пробить. О, нет. Даже из пушки? Почему ты за слово «пушка» зацепился? А у меня созрел план. План. Я должен был придумать план. Пробиться через охрану мы бы не смогли, надо было ее обойти. А если точнее, облететь. Точно. Ну, в следующий раз выстрелим тобой из пушки, и ты сразу полетишь куда надо. Мята сразу поняла мою задумку. Откуда на фестивале запускали фейерверки? Прямо с крыши отдела тестирования в центре производства. Но теперь настала наша очередь. Надо было запустить меня прямо в кабинет Рокфора, в башню Вандалы. План был безупречен. Я бы сказала, невероятно опасен. Шансы на успех минимальны. Я вообще это в шутку предложила. Но он так настаивал.
Мы не смогли ему отказать. Заручившись поддержкой, я под покровом ночи проник в центр производства. Воу! Вот это махать! Жаль, вас там не было. Поверить не могу, что ты выжил. Присоединяюсь. Никогда такого не видела. Ну, пусть все останется между нами. Ну, я на месте. Так, Чай, тебе нужно подключить восьмерку к пушке. Получив доступ, я настрою траекторию полета снаряда. Связь есть. Кардамон, настраивай координаты. Чай, мне письмо пришло. Все знают, что ты там. Черт, да когда меня уже удалят из рассылки? Кардамон, ты там долго еще? Извините, мистер Чай, еще минутку. Да хоть две минутки. Бой! Пушка нацелена прямо на кабинет Рокфора. Нужен лишь снаряд. Им буду я. Какой же крутой план! Какой же тупой план! Надеюсь, сработает. Ребят! А это чё? О-оу! А это я в расчетах не учел. В любом случае, в башню он попадет. Просто не на тот этаж. Я внутри. Вроде никто не за... Поможем, Чай. Готов? К чему? Никому не одолеть поворот, банда! Рокфор, гони ключ от спектра! Живо! Да, конечно, забирай. Ты чё, за идиота меня принимаешь? Ну, попробовать стоило. Напрасно ты меня злишь. Кейл спас меня, когда я умирал. Я был умён, но слаб. Но он всё исправил. Да ну, для баланса он сделал тебя слабым дурачком? Ты зря тратишь время, а время — деньги! И растрачивать их попусту я не намерен. Я тебя не боюсь. Ах, сопляк, а ты любишь недооценивать врага. Ребят? Что? Теперь не такой крутой? Корсика? Те сотрудники? Не шутили, проволока!
хочешь найти Кейла, сперва сразись со мной. Бой! Теперь ты не теряй бдительность! Начали! Отстань! Уделай их, Корсика! Нас не напугать! Мы с тобой, Джек! Макарун! Друг, отвали от меня! Иди! Ты лишь сильнее меня злишь! Да куда уже сильнее-то? Давай перейдем в более укромное место! Не будем мешать соседям! Я дожду тебя. Спектра, сколько денег потеряем? Подсчет окончен. И тебе конец. Ты сам хоть понял, что сказал придурок? Я вкладываю в будущее, но не в твое. Я разорву шанс! Вместе мы справимся! Ты такой смешной! Веришь в свою победу? Но пока ты продолжаешь меня злить... Я никуда не денусь. Настал час убить бабло, я тебя... Прибыль за третий квартал получена. Остерегайтесь падения акций. Привет. Ох, вы бы видели, какой был замес! Мы наблюдали через дверь. Леди Корсика сказала, что вы сами справитесь. Кардамон, не обязательно повторять все, что слышишь. На очереди Кейл. Мята, ты как, готова? Да, наконец-то. Кейл хитрее и гораздо умнее всех нас, особенно мистера Чая. Нам лучше подготовиться. Я должен быть уверенным, но мне страшно. Так, народ, общий сбор. Макарон, главное верь, что все получится.
Мята, будет сложно, но не давай волю чувствам. Корсика, я знаю, что ты сохранишь хладнокровие. А ты, Кардамон, ну... просто будь собой. Знаете, я горжусь нашим чаем. Он так изменился. Короче, давайте готовиться. Добудем пароль Кейла, и Спектра конец. Личный лифт Рокфора ведет в кабинет Кейла. Заходим. Вот и все. Даже не верится. Наверняка ты не думала, что мы дойдем до финала. Да. И объединяться с сотрудницей Вандалы тоже не собиралась. Да, у меня в графике такого тоже не было. Ох, а у нас точно все получится? Я многому научился у мистера Чая и советую вам не париться! Чай? Да? Чай, я доверяю тебе. Не забывай об этом. Лишь вместе мы сила. Прибываем в кабинет Кейла Вандалы. Приготовьтесь. Остались лишь мы с тобой, Кейл. Никто больше не встанет у нас на пути. Мама? Мята? Ты здесь? Я и не уходила. О. Дальше вам не пройти. Мам, что ты делаешь? Я искала тебя, а Кейл здесь и к тому же... Спектра, знаю. Я обещала помочь ему, и нас никто не остановит. Роксана, ты бы никогда так не поступила. Выходит, ей управляет... Спектра. Главный труд Кейла способен подчинить даже самый стойкий разум. Ты влез в мозг собственной матери? А как, по-твоему, я стал тут боссом? Любимчиком в семье я не был. Отпусти ее! Вы, конечно, считаете, что Спектра — это что-то плохое, но это не так. Это всего лишь способ привлечь больше клиентов. Ты что, таким образом просто хочешь увеличить продажи? Да ты хоть понимаешь, как трудно заставить покупателей что-то захотеть купить? Это капец как сложно! Ух ты, новинка! А какого цвета? А модель какая? Размер, скорость? А может нафиг? Весь этот стресс исчезнет. Ибо мы примем решение за них. Ты делаешь из людей рабов. Я их освобождаю и проведу их к лучшей жизни. Слова типичного корпората. Так и есть. Посмотри на себя. Ты же захотел себе крутой имплант от Армстронг, чтобы стать... рок-звездой. Фу. Ты никто без моих технологий. Ты повелся на рекламу, а теперь сам ею станешь. Но мама запустила проект Армстронг, чтобы помогать людям. Но Спектра моя идея! И главный здесь я. Бам! Приступим к беспроводному испытанию Спектра. Приглядывайте за своим дружком Чаем. Нет! Мы так близко! Крадешь мои разработки и называешь себя рок-звездой. Зачем тебе это? Я не знаю, что делать. Может, Кейл прав? Без этой руки я никто. Чай, не слушай его. Ты привел нас сюда. Это ты помог нам всего добиться. Но здесь-то я облажался. Не вините себя, мистер Чай. Это все гармоническое силовое поле. Гармоническое силовое поле? Типа... звуковое? Да, и чтобы уничтожить его, нужно много энергии. Если настроиться на ту же частоту, я должен попытаться. Я не сдамся. Отойдите.
Самое главное — чувствовать ритм. Ты добиваешься своего, хоть и тот еще псих. Кейлу не понять. Знаете, я горжусь нашим чаем. Он так изменился. Но мы сражаемся вместе. А мне нравятся ваши штаны, мистер Чай. Тоже сойдет. Чай, я доверяю тебе. Не забывай об этом. Теперь я понял. Я и так рок-звезда. Вы же сказали, что вам не нужна гитара. Да, но с ней-то круче. Мы справимся. Наконец-то тишина и покой. Принесите мне эспрессо с молоком. Есть лишь кофе без кофеина, сэр. Что? Снова они. Дело есть! Да чтоб вас всех! Остановите их любой ценой! Краткая сводка! Народ, разделимся и догоним его! Так, вижу... Это еще что такое? Дальше тебе не пройти. Беги от него, Чай. Это что, робот Занзо? Похоже, Кейл его доработал. Зараза! Бежать некуда. Корсика! Пожалуйста, только не подведи! Чай, беги оттуда! Спасибо, Макарон! Так, вроде бы он потерял меня. Рука застряла. Сможешь подобраться поближе? Я пока занят. У меня тут гости.
Прощай. Если есть идеи, действуй! Держи его. Ща я ему врежу. Такого Кейл точно не ожидает. Потрясно! Что дальше? Так, а где кардамон? У меня есть идея! Рука еще вполне рабочая. Кардамон, ты что делаешь? Наконец-то я могу быть полезен. Нельзя упускать такой шанс. Как волнительно! Теперь я понял, почему мистер Чай борется со злом. Полная совместимость! Правда, тяжелая очень. Не помешает рука помощи. Ха-ха-ха-ха! Кардамон! Да, да, да! Надо помочь! Да! Готовы? Погнали! Кардамон! Я был крут, мистер Чай. Ты был супер крут, Кардамон. Вот это его расфигачило! Я его починю. Остановите Кейла! Я буду в порядке. Я рад быть полезным. Дальше мы сами. Ну же, поспешим. Пора. Зададим жару. Бежать некуда, Кейл! Вижу, вы неплохо сработались. У тебя ничего не выйдет. Вам не дано, что я умею. Я вижу цель, и я достигну своего. Довольно, Кейл! Тебе нас не остановить! О, да ну! Вышло пару хитов, но пора группе распасться. Чтоб тебя! Присоединяйся ко мне. Ты станешь настоящей рок-звездой. Прославишься на весь мир. Пожалуй, откажусь. Знаешь, мне как-то по барабану. И так понятно, кто будет плясать под дудку Спектра. Готовая пешка. Ты отлично послужишь мне. Я горд тем, что меня приняли в семью Вандалей. Чай такого бы не сказал. Ну, разумеется, я управляю... Что за... Да-да-да-да-да, восьмерочка! Вы что, троллите? Я что, с дурацкой кошкой не справлюсь? Бой!
Ну и что ты мне сделал? Дурацкий агрегат. А ну на место! Зараза! Наваляй ему! От меня сложно избавиться. Ну ты заноза, а знаешь? Давай-ка выйдем. Вперед, деда! Задаем, Джей! Погнали! Джей, убилый! Тебе нет прощения, Кейл! За дело! Тебе конец, Кейл! Погнали! Погнали! Сейчас ты познаешь на себе, на что я способен. Твоя железяка, парень, и рядом не валялась. Что ж, посмотрим. О, да, конечно. Погнали! Спектра настал конец. Покажи, Макс! Я их покажу. Получи! Убил их, Костя! Тебе конец, Кейл! Выкуси! Все кончено, Кейл! Со мной! Ты бы мог выбиться в люди, Чай. Увы, но твой путь оборвется здесь и сейчас. Покончим с этим! Узри мою мощь! Кортика, мы им покажем! Теперь ты! Ты звал? Не уйдешь! За дело! Ей забыли! Кортика, поможет? Эй! Узри мою мощь! За дело! Тебе конец, Кейл! Довольно! Макарун! Я не позволю тебе загубить компанию. Давай, Кортика! А ведь тобой я восхищалась! Мята! Ванделлой не главное. Главное — это семья! Теперь игра окончена! Все кончено. Отдавай нам пароль! Никогда. Вы просто кучка лузеров! Может и так. Но вместе мы непобедимы. Чай! Oh.
Как же вы задолбали. У нас получилось? Думаю, да. Ого! Вот и все. Теперь это просто металлолом. А? Я хоть и переживал, но не сомневался в тебе. Гляньте, кто тут у нас? Судя по обстановке, не обошлось без мистера Чая. О. Мы быстро поставим тебя на ноги. Получилось. Ты справился. Мы справились. Мне жаль, что вам пришлось через все это пройти. Все в порядке, мисс Вандерлей. Я вас больше не подведу. И была бы рада исправиться. Для меня будет честью работать в компании, которой я так восхищалась. И мы примем тебя с большой радостью. А, Макарун, как же я рада тебя видеть после стольких лет разлуки. Я должен был что-то сделать. Я же видел, что происходит. И ты сделал, это главное. Ты снова начальник отдела разработки. У меня и помощник есть. По мне не скажешь, но перед встречей с вами я замечательно провел время. Я больше не буду убегать. Я знаю, ты хотела как лучше для меня и для компании. Мята, оставайся верной себе. Это же твоя жизнь. Нам с тобой нужно многое наверстать. С удовольствием. А, Чай. Я бы рад помочь. Но вряд ли я вам подойду. Так что я пойду, пожалуй. Чай, ты особенный парень. И ты это знаешь. Ты смог победить с тем, что у тебя было, и это чудо. Такие, как ты, нам как раз и нужны, видишь ли. А проекту Армстронг нужен представитель. Самая настоящая рок-звезда. Интересно? Trip the blue, now I see the stars.
что, решил научиться играть на гитаре? Ну да, чтобы наверняка без работы не остаться. А то вдруг здесь не сложится.